Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи Ота. В этом видеоролике я покажу вам зарисовочку по Звездным Войнам. В общем-то, сюжет таков, что Элла Секура, вроде как зовут, не судите строго, друзья, я давно смотрел фильмы, мультфильмы, читал книги, комиксы по Звездным Войнам, точно уже не помню, вроде звали Элла Секура. Пошла с 327 корпусом. С базы на другую базу, собственно. Да, примитивный сюжет, но все же. И, в общем-то, они взяли с собой АТ-ОП для перевозки бойцов. Элла Секура вместе со своими бойцами пошла вперед, чтобы разведать территорию. И сзади заключительный отряд. Но дроиды не дремлят, сделали им засаду. Здесь находятся гранатометчики повсюду, бойцы с автоматами и бластерами. Но Элла Секура тоже не глупенькая у нас и оставила несколько бойцов на поддержку. Если у них что-то случится, эти бойцы мигом, друзья, прибегут им на помощь. Давайте поставим скорость поменьше и запустим бой. Всем приятного просмотра. Вот, друзья, у нас пошли наши бойцы вместе с Эллой Секурой. Очень, друзья, красивая карта. Красиво ребята сделали вот эти вот всякие растения. Также очень проработанные текстурки, очень проработанная техника, друзья. Кто смотрел фильмы «Звездных войн», мультики, тот, друзья, поймет меня обязательно. Так, тем временем у нас уже отряд идет, шагает. Элла Секура ведет их. Не обращайте внимания, друзья, вот на этот меч лазерный, потому что... Давайте я приближу. Потому что, к сожалению, на движке в тылу врага 2... Я думаю, меч сделать нельзя, а если бы можно было, то бы мододелы сделали. Поэтому, друзья, наслаждаемся, что есть, тем, что есть. Иначе никак. Все же это, друзья, Звездные войны, эпичный мод, эпичные схватки. Думаю, ребят, заслуживает это лайка, правда, потому что все, что связано со Звездными войнами, заслуживает... вашего лайка, друзья. Хорошо, давайте пока вернем нормальную скорость, потому что зарубы еще такой нету. Они сразу так... Друзья, вам, наверное, кажется, что они очень быстро пошли. На самом деле, это обычная скорость. Просто такое чувство после замедления. Ну а сейчас, друзья, начнется уже битва. Давайте смотреть это все от Эллы Секуры. Надеюсь, она покажет нам джедайские способности. Друзья, сейчас не удивляйтесь, если она быстро сольется. Опять же говорю, меч не удалось сделать, как из Звездных войн, такой нормальный, который бы отражал выстрелы, рубил бы бидонов напополам. Это все, друзья, движок. Если бы было можно, я думаю, конечно бы мододелы сделали все по красоте. Ну и сейчас, друзья, начнется у нас заруба. Элла Секура даже не подозревает ничего, не чувствует. Элла Секура, ты же джедай, у тебя же должна какая-нибудь там чуйка быть, я не знаю. Серьезно. Так, все, сейчас начнется, друзья, заруба. Боже мой, как она отлетела смачно. Началась перестрелочка. Уже дроиды погибают. Клоны тоже. Смотрите-ка, они там не увидели бидонов, но уже с ними разделались. Капец, друзья, что происходит? Что происходит? Что происходит, друзья? Клоны здесь бегут. Кстати говоря, что у нас там с подкреплением? Подкрепление, друзья, уже вышло. Уже оно на подходе. Можем с вами видеть.
кучу клонов. И также ад-оп. Да, друзья, это техника для передвижения чисто, но тут также присутствуют бластеры, что будет очень даже кстати. Так, клон у нас здесь идет. Почикали здесь дроидов гранатками, хорошо. Давайте посмотрим поле боя. Красивый, друзья, кадр. Вот это, друзья, я понимаю, в тылу врага 2. Серьезно. Это уже что-то с чем-то. Давайте, друзья, ускорим нашу битву. Чё-то они там замедлились. Так, идут. Подползают. Правильно, друзья, все должно быть осторожно сделано. Аккуратно. Все. Замедляем снова. Так, клоны то встают, то поднимаются. И смотрите, что хочет. Кидает гранату, друзья. Кидает гранату. Нет? Серьезно? Ты лечишься? Ты же дроид, чувак. Ну окей, встал полечиться. Я думал, он все же бидон и туповатый. Я думал, сейчас он встанет полечиться, но... Ну ладно. Так, клоны у нас разлетаются в стороны. Капец. Еще один клон слева упал. Бедный клон. На, друзья, вы это видели? Просто бабахнуло. Стреляет танк дроидов. Просто по АТОП дается залп. Да, друзья, это АТОП. Капец. Как она еще живет? Боже мой. Тут столько залпов дают. Еще один залп. Боже мой. Это эпично, друзья, серьезно. Это эпично. Просто это что-то с чем-то, друзья. Просто, друзья, красиво, серьезно. Мода делаем, ребята, респект. Кто сделал этот мод, серьезно. Это просто конфетка, это просто волшебно. И смотрите, друзья, это сближение, и танк дроидов просто погибает. Нет, еще живет, друзья, но это все, я думаю. Это его последнее издыхание. Давайте посмотрим, сколько у него осталось хп. 500 хп, наверное, просто сняло щиты. Так как... Да, main gun damaged. Сломалось у него оружие. Я, друзья, думаю, сейчас ему придет конец. Еще damaged. Или это у АТОП? Да, это, наверное, у АТОП. Хотя нет, друзья. У него все вроде как орудия целы. Да, у него все орудия целы. Клоны тут просто перепуганные, напуганные, не знаю, друзья, что делать. Дроиды ведут огонь. Давайте мы, друзья, отъедем за танк дроидов и поведем огонь. Да, друзья, наверное, у него все же поломано тут все. К сожалению, на этом у этого мода нету вот этой панельки слева снизу, поэтому я не могу посмотреть. Хорошо, давайте клонов поведем с вами в бой, потому что они тут что-то засиделись. Это не есть хорошо. Давайте, ребята, в бой. Пожалуйста, идите. Все же вы клоны, отважные ребята. А то вы тут засиделись что-то, я смотрю. Вот сюда идите. Сюда идите. И давайте, друзья, ускорим все это дело. Вот это, друзья, начался самый настоящий замес.
Ну, думаю, друзья, это все. Это победа дроидов. Потому что они просто взяли врасплох клонов. Уничтожили все войска. Перебили даже АТОП. Оно повреждено. Уже даже не может вести огонь. Потому что если бы могло, оно бы давно уничтожило танк дроидов. Ну, друзья, на связи был Ото. Поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Всем на связи и всем пока.